Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем нашу работу в прямом эфире в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня вторник, Светлой Седмицы, и первую половину этого дня мы проведем вместе. Христос воскресе! Вплоть до праздника Вознесения Господня мы будем приветствовать друг друга такими словами. Именно так мы встречали прохожих на улицах Екатеринбурга, ну а они отвечали нам взаимностью. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Спасибо! Вот и такие реакции есть. Спасибо! Кстати, а спасибо тоже имеет церковное значение. Спаси Бог! Поэтому вольно-невольно все, кто произносит это слово, благодарят Бога. Христос воскресе! Воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Я не снимаю, я не знаю, извините. Христос воскресе! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Христос воскресе! Да, но я не верующий. Вы не приветствуете, да, никого такими словами? Нет, никогда. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ну, мы еще раз, пользуясь случаем, поздравляем всех наших зрителей с этим великим днем, праздником праздников и торжеством из торжеств, как еще называют Пасху. Пусть радость Христова воскресения живет в наших сердцах. Тропарь Пасхи на церковнославянском языке звучит так. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Не думая, что он нуждается в переводе на современный русский язык, понятные слова и настроения этого победного песнопения. А вот согласитесь, интересно услышать его и на других языках. Thank you.
продолжении Светлой Седмицы полагается вседневный звон во все колокола. Причем подняться на колокольню, позвонить, возвестить окружающим о воскресении Христовом может любой желающий. Однако это целое испытание на прочность в прямом смысле этого слова и для колоколов, и для системы тросов и канатов, и, конечно же, для звонарей, которым потом это все распутывать. Поэтому каждому было бы полезно услышать некие правила техники и безопасности на колокольне. О том, как порадовать всех и ничего не испортить, в нашей следующей рубрике. Предлагаю вашему вниманию фрагмент программы «Неизведанное православие», посвященный этой теме. Отец Дмитрий, Христос воскресе! Воистину воскресе! Вот скажите, пожалуйста, как человек, который давным-давно уже занимается воспитанием людей, которые в будущем поднимаются на звонницу уже не на Светлой Седмице, а и в течение года, вот для вас, и, насколько я знаю, для звонарей вообще особое время Светлая Седмица не в хорошем плане, а в плане таком немножко опасном. И бывают веревки обрывают, и колокола разбивают, и различные такие вещи встречаются. Каких правил предосторожности людям нужно придерживаться? Добрый день. Ну, во-первых, нужно на колокольню пускать людей только адекватных. В первую очередь это отличается, потому что они должны быть трезвыми. Затем, если поднимать несколько человек на колокольню, то лучше, если много желающих, формировать группы, ну, не больше, я думаю, человек 10, максимум 15, которые должны четко выслуживать технику безопасности, основные правила, и, поднимаясь, понимать, что колокольня – это место особой такой опасности, это и высота. Если мы возьмем колокольню нашу, храма Большой Златоуст, это самая высокая колокольня нашей митрополии, и многие люди, которые с улыбкой поднимаются по обычным лестницам внутренним, выходя на просторы вселенной уже, видя, значит, из окна, из проемов и сеть, пруд Верхсетский, городской, начинает уже бояться всего, начинает кружиться голова. То есть нужно быть готовым к тому, что если человек боится высоты, то лучше не подниматься, не рисковать. Ну а если он про это не знает, то нужно идти, слушаясь инструкций звонаря, который поднимает гостей на колокольню, и держаться за перила. Кроме того, во время звона не нужно трогать колокол, особенно с внутренней стороны, то есть пытаться вставить пальцы или руку под удар языка, потому что это сразу же неминуемая травма. И когда звонарь допускает кого-то позвонить в колокола, четко слушать, что он говорит, и не ударять со всех сил в колокола, потому что колокола – это очень хрупкие музыкальные инструменты, и разбить их не составляет большого труда. У нас даже специальный есть экспонат в школе, в звонарном классе, как разбивают колокола, то есть как в разрезе расколотый колокол выглядит. И кроме того, очень часто, да не часто, а в принципе всегда, после звонильной недели требуется, если не капитальный, но серьезный ремонт вообще в всей колокольне и системы управления звонов. То есть постоянно обрыв тросов, веревок, ну, то есть такие сложности. В общем, друзья, не будем терять голову, будем сохранять рассудительность, будем аккуратны и внимательны. Спасибо отцу Дмитрию за эти добрые советы. Светлая Седмица, продолжение Пасхи, является как бы единым днем. Богослужение совершается по пасхальному чину, а после каждой божественной литургии вокруг храма идет праздничный крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносец ко гробу Спасителя. Открытые царские врата, окропление святой водой, чтение евангельских свидетельств о воскресении Христа и возгласы «Христос воскресе» – это так радостно, что нет смысла пересказывать, потому что никакие рассказы не заменяют личного присутствия на литургии Светлой Седмицы. И в завершение этого выпуска еще один пасхальный подарок мастера песочной анимации Ксении Симоновой. В предисловии к своей работе она пишет: «Дорогие друзья, Пасха, воскресение Христово – самый удивительный день всех историй и пространств, величайшее чудо – Христос воскрес. Я с детства посещала воскресную школу, ходила в храм, и воскресение было для меня неотъемлемым.
но, как бы это назвать, несколько заученным понятием. То есть я знала, что Господь послал своего единородного Сына на смерть, жертву всех, за всех нас. Он был распят на кресте и на третий день воскрес. Это было спокойной и бесспорной констатацией факта. А недавно, во время каких-то хлопот на кухне, меня осенило. Он, Бог, Он же пожертвовал Сыном за нас. Я услышала в детской голос своего сына и подумала, это как же надо любить нас, людей, чтобы отдать на крестное мучение смерть своего ребенка. Это осенило, почти невозможно описать словами. Я боюсь, что мне не хватит ума и сил объяснить то, что я вчера почувствовала. Но с этого момента праздник Пасхи для меня вселенски больше и радостнее, чем был раньше. Христос воскресе! Воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Что ж, дорогие друзья, завершение этой программы остается лишь пожелать всем нам радостного пасхального настроя. Спасибо вам за то, что эту утреннюю четверть часа вы провели вместе с нами. Христос воскресе!